В Карачаево-Черкесии будет реализован масштабный проект по строительству плодохранилища на территории интенсивных садов, заложенных в селе Таллык. Это, по идее авторов, будет самый крупный проект такого рода на Северном Кавказе. Сегодня министр сельского хозяйства России Оксана Лут прибыла в Карачаево-Черкесию в сопровождении главы республики Рашида Тимрезова, осмотрела площадку, предназначенную для предстоящего строительства, а также интенсивные сады, которые раскинулись в полях Таллыка на территории 400 гектаров. Какие преимущества даст Карачаево-Черкесии закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища, расскажет Мадина Каракетова. Это прорывной проект ООО «Архыз Фрут Логистик» по закладке интенсивных садов на площади 1000 гектаров. А вот на этом поле в очень скором времени будет построено плодохранилище мощностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн. Завершить строительство планируется к 2028 году. На сегодняшний день ООО «Архыз Фрут Логистик» реализовал посадку интенсивных садов на площади 400 гектаров. Это будут суперинтенсивные современные фруктовые сады. Их закладка плюс строительство плодохранилища входит в модель экономического развития Карачаево-Черкесии, рассказали министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Сады сажают нигде попало. Выбирают самые лучшие поля. Саженцы также готовы. Вот сейчас июнь месяц, конец июня, июль уже. В июле мы раньше мечтать не могли, что можем сажать саженцы. То есть у нас было окно возможностей осень и короткая весна. Сейчас за счет того, что есть технологии, ну, скажем так, достаточно известный, мы в своих саженцах-хранилищах храним и можем вытаскивать. А в хранилищах, ну, там, где... Что касается оптово-распределительного центра, то это будет самое большое на Северном Кавказе плодохранилище – 60 тысяч тонн фруктов единовременного хранения, плюс самое зеленое с точки зрения экологии. С подачи главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова здесь же при плодохранилище будет построен небольшой цех по переработке продукции. Сок первого отжима, чипсы, возможно, пюре, и этот проект станет локомотивом кооперации в республике. В Карачаево-Черкесии также поощряется частное садоводство, финансируемое из бюджета республики в виде грантов. Это дополнительный заработок для местного населения. Я вам даже так скажу, вот у нас самая большая административная граница с Краснодарским краем. И один из экономически депрессивных районов был как раз на границе с Краснодарским краем. Отток населения видели там. Когда мы заложили первые сады ЛПХ, да. Все остановилось сразу. И первая кооперация пошла. Пошла оттуда, да. Пошла первая кооперация оттуда. Но самое главное во всем этом – занятость местного населения и обеспеченность рабочими местами. Средняя зарплата здесь выше, чем средняя по экономике в республике. Что, 57, да? 57, да. 57. Но мы хотим поднять больше 60, сделать нам глава стать. И поэтому, конечно, для нас этот проект очень важный, потому что, вот здесь несколько населенных пунктов, откуда приезжают люди, здесь работают. Угу. Больше 1000 человек здесь. Тысяч человек. Это для нашей республики одно из таких крупнейших предприятий. Для министра сельского хозяйства России Оксаны Лут провели экскурсию по саду. Она пообщалась со студентами, которые здесь проходят практику, которые посетовали на недостаточность практических занятий, просили по возможности пересмотреть и саму образовательную программу, сделать ее более современной. Эти пожелания были приняты министром к сведению. В завершении экскурсии Оксане Лут предложили принять участие в посадке 2-миллионного саженца яблони. Темно-красные яблоки. Это уже у нас саженцы второй год после питомника, категория 5-7+. Второй год после питомника, то есть на следующий год тоже будет уже, вот да, будет урожай такой же, да? Да, да, как и на тех деревьях. Да. Будет на каждом дереве 10-20 яблок будет. Министр сельского хозяйства России получил приглашение посетить сад в сезон уборки урожая и лично убедиться в эффективности этой затеи – возродить традиции садоводства. Оксана Лут предложила главе республики Рашиду Тимрезову представить комплексную программу по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии. Ее изучат и по возможности будет оказана поддержка из федерального центра. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, 200, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.